Под председательством главы районной администрации сегодня прошло очередное расширенное планерное совещание. Началось оно с вручения грамот и благодарственных писем. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования почетные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации награждаются. Альябьева Наталья Вячеславовна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Кашкабльский район, детский сад номер 13, Кашкабльский. Бежукова Фатима Анатольевна, ведущий специалист управления образования администрации муниципального образования Кашкабльский район. Дышекова Жанчир Магометовна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашкабльский район, средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Белосовета. Марьяк Аминовна, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашкабльский район, средняя общеобразовательная школа номер 6, поселка Дружба. Приказом Министерства просвещения России присвоено почетное звание «Почетный работник образования Российской Федерации» Биджанову Юрию Борисовичу, директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашкабльский район, средняя общеобразовательная школа На этом награждение не закончилось. Благодарственными письмами за подписью министра сельского хозяйства Российской Федерации, за участие в конкурсе лучших практик проектов по благоустройству сельских территорий в номинации «Проект по созданию и обустройству спортивных площадок» была награждена администрация муниципального образования Кашкабльский район. Такой же награды была удостоена и администрация Майского сельского поселения за участие в конкурсе в номинации «Проект по сохранению и восстановлению природных ландшафтов и историко-культурных памятников». Благодарственное письмо было вручено главе поселения. После приятной преамбулы совещание продолжилось анализом ситуации в районе за минувшую неделю. Были обсуждены вопросы, касающиеся социальной газификации частных домовладений, готовности к новому отопительному сезону и проводимой работе по достижению KPI-показателей.